Сьогодні саме Міжнародний день боротьби з анорексією відзначають у всьому світі, і ми не можемо минути цієї новини цього дня. І також хочемо на ньому зупинитися та детальніше розібрати. Так, і тому ми запросили до нас сьогодні гостю. Це Дар'я Пастушенко, психологиня в направленні позитивної та ізотерапії, арт-терапевт. Доброго ранку. Доброго. Як ваш настрій? Розкажіть трішечки, чи чудово, чи не чудово. Бо в нас прекрасний сьогодні просто. А ваше прекрасне настроєння передалось і мені, поэтому настроєння шикарне, і ми можемо говорити на самом деле о не очень шикарних вещах. Потому что если мы говорим о анорексии, это достаточно серьезное заболевание, которое очень сложно диагностировать. И поэтому эту тему поднимать нужно, потому что это находится рядом с нами всегда. Так, и тут возникает запитание. Я знаю, что есть РПП и есть анорексия. Что это такое, чем отличается? А если мы говорим про РПП, это расстройство пищевого поведения, там есть очень большой список именно тех заболеваний, которые относятся именно к РПП. Но если мы говорим четко про анорексию, анорексия сама по себе это сознательное действие на снижение веса, которое направлено именно на снижение веса. А почему так происходит? То есть очень много причин разных может быть. То есть это начиная от генетики, то есть генетически это тоже передается, свойства именно к РПП. А в том числе это идет среда. И самая первая среда – это, конечно же, семья. То есть с самого детства это тоже начинается. У нас есть, скажем так, есть два вида в целом настроения в семье. Это настроение марцидальное, это направленное на смерть. Это когда человек не направлен на позитив, а направлен на то, что, на избежание негатива, назовем это так. То есть это тенденция к саморазрушению. И также есть витальное настроение. Это, назовем так, настроение на жизнь. Так вот, если в семье изначально очень низкий именно психологический контакт там, матери и ребенка, отца и ребенка, то в таких случаях действительно риски возникновения анорексии намного больше. Вот, поэтому оно формируется уже из самого детского возраста. И в дальнейшем из-за любого малейшего триггера оно может возникнуть уже в более подростковом возрасте и прочее. В основном анорексии, по статистике, в большинстве подвержены девушки от 13 до 25 лет. На данный момент тенденция идет на уменьшение возраста данной болезни и также на гендерное повышение. То есть в основном мужчины тоже в последнее время начинают болеть все больше и больше. Тобто, дивіться, як я розумію, це пов'язано, по-перше, з психологічною так, точки зору, що це відбувається відстороненість батьків і дітей. Да. А ще, знаєте, ось є цей момент, що дитина дивиться, наприклад, у неї там в поколінні є люди, які схильні до зайвої ваги. Угу. І ось починається цей момент, зроблю все, щоб просто до цього не прийти. Починають там їсти різні горішки, ну, нормально не харчуватися. Інколи навіть люди, ну, там, їдять, потім це назад якби відпускають. Угу. От як сфокусуватися, спіймати батька, можливо, цей момент, що дитина замало їсть. І це не тому, що є от віку такі дітей, що вони нічого не хочуть їсти, а що вона прям ну, потенційно відмовляється від їжі. Угу. Є определені критерії, по яким ми можемо розпізнати іменно начало анорексії. Тобто, во-первых, це уменьшення предыдущого круга общения, коли ми розуміємо, що чоловік закривається в собі. Навіть так? Да. Что такое вообще в целом еда? То есть для человека, который болеет РПП, это не только анорексия, еда становится методом, во-первых, контролирования своей жизни. То есть когда ребенок не может контролировать свою жизнь, он начинает делать это через еду. Это же намного легче. Я могу посчитать, сколько я съем, но я не могу сделать так, чтобы там Петя, Вася меня там полюбил или обратил на меня внимание. Или там мама моя тоже обратила на меня внимание. Второе, это как способ снятия стресса. Не сам стресс является триггером, но является повышенная тревожность. То есть особенно у людей, которые подвластны перфекционизму, вот перфекционистов, и плюс тревожность – большие риски того, что действительно может начаться расстройство пищевого поведения. Что еще могу сказать? Как именно определить? То есть, во-первых, уменьшение круга общения. Это уже говорила. Потом, если мы видим, что ребенок после еды очень часто становится на весы,
То есть веса становятся лучшим другом человека, страдающего данным расстройством. А в дальнейшем это компульсивное там пощупывание, что у меня тут, я худая, не худая, есть ли какая-то там складочка или ее нет. А потом это может быть также пререкание вместе с родителями, потому что как только родитель говорит, что съешь что-то или еще что-то, касательно еды, ребенок очень агрессивно на это реагирует. Плюс ко всему, если родители замечают, что ребенок все меньше и меньше ест вместе с родителями за столом, вот, то это тоже повод обратить внимание, потому что, возможно, ребенок и не ест. Возможно, когда там родители встали со стола, ребенок взял и... То есть много было таких критериев. Тут даже у меня была клиентка, которая приходила и говорила, что вот, и вот я не ем. Когда родители, я не сажусь с ними за стол, когда родители уходят, я все это просто... Оно уходит. То есть при анорексии может быть четко дозирование, например, той порции, которую я ем, а может быть также и... Відмова, можливо? Відмова, вона, ну, если мы говорим про отказ от еды, он есть в любом случае при анорексии. Но если мы говорим и... Окей, мы говорим четко о том, что при анорексии может быть даже прием слабительных. То есть как признаки, то есть есть булимия, это когда мы там можем есть, не есть, но при этом у нас есть маниакальная просто потребность избавиться от этой еды. При анорексии тоже может быть такое, поэтому диагностирование самостоятельно данной болезни на самом деле достаточно тяжелое. То есть обращать... Я так розумію, що це більше психологічна хвороба, правильно? Да. Если мы говорим именно про анорексию, да, это больше психологическое, потому что ребенок через отсутствие контакта со взрослым, через отсутствие принятия, любви, через отсутствие потребности быть нужным, ребенок просто начинает жить сам своей жизнью. Он закрывается, он как в ракушке. Такие люди очень чувствительны, такие люди ригидны. То есть психика сама по себе достаточно ригидна. И поэтому они закрываются от всего мира для того, чтобы никто не видел, что они там не едят, чтобы никто не видел их терзания. Там очень много вины на самом деле. Вины не только за то, что они съели, а в целом вины за жизнь свою, которую они живут. То есть там на самом деле идет вот состояние суженного сознания, когда моя жизнь, она полностью сужается до той порции, той пищи, которую я ем, до тех калорий, подсчета калорий, которые я сегодня съела и которые я потратила, и до весов. Или же ленточки, которая там, с которой меряют талию и прочее. Как тут відбувається лікування саме анорексії? Скажіть нам, дуже досить цікаво. Якщо це ж психологія, це спочатку, мабуть, йде психологічні якісь процедури, а тільки тоді вже заставляти людину трішки більше їсти. Проблема в тому, що чаще всего люди больні анорексією не приходять самі в терапію. Их уже либо приносят, либо привозят. Там идет полное отрицание в целом проблемы. То есть идет искажение восприятия себя и своего тела. Когда ты стоишь перед зеркалом, ты видишь себя ну, достаточно таким человеком, который тебе не нравится. И вот худое тело – это есть тем идеалом себя, к которому стремится данный человек. Но проблема в чем? Чем худее он становится – тим далі він від цього ідеалу. А от наслідки анорексії, які дає? Ну, ми розуміємо, що тіло висушується, по суті, і страждають внутрішні органи. Конечно. От на що вперше впливає анорексія, чи от реально повністю від неї потім вилікуватися? Перше, основне, на що впливає, це гормональна сфера. Тобто, дуже часто у дівчинок там пропадають місячні і прочее. Тобто, потім страждають внутрішні органи, страждають органи пищеварення, страждає кожа, волосы, ногти. В целом идет сбой всей работы организма. Если это довести просто до максимума, то есть организм может даже отказывать,
ну, отказываться принимать пищу даже через капельницу. В дальнейшем, когда, например, привозят тяжелых пациентов, то есть организм даже через капельницу, через определенные именно медикаментозные вмешательства, организм полностью отказывается это принимать. И очень часто это действительно заканчивается летально. Если мы говорим о том, кто может вылечиться, кто нет, первое, это процентов 20 по статистике всех пациентов, которые обратились за помощью, которых привезли или привели, они не излечиваются до конца, и они остаются дальше в этом. 60% могут излечиться, но проблема в чем? Это же, по сути, та же самая зависимость. Если мы без химических элементов, там, сигареты, алкоголь и прочее, еще можем прожить, то есть основная доля зависимости – отказаться от того триггера, который вызывает данную зависимость. От еды отказаться мы не можем. И поэтому данным людям постоянно нужно держать себя под контролем, потому что они имеют дело с тем триггером, которые вызывают у них вот эту больную реакцію. А от знаєте, зараз, ну, зараз взагалі така є думка про те, що створився у світі культ їжі. Тобто на кожному місці якийсь перекус, всі, ну, особливо з появою Інстаграму, постійний постінг. Але, в принципі, ось ви кажете про те, що ці люди вони якби себе обмежують. Я чула думку про те, що ті люди, які мають повноцінне якесь життя, які мають додаткові емоції, вони не шукають їх в їжі. От можемо ми ось цей момент прослідкувати психологічно з батьками, а ось саме ще з цим ставленням до їжі? Абсолютно правильно, тому що, як я говорила раніше, у нас йде повне направлення, сужене сознання іменно на їді. Контроль життя через їду. А коли, то есть на що направлена в першу чергу терапія? Во-первых, на те, щоб расширить эту сферу. То есть, чтобы показать, что есть хобби, есть путешествия, что можно получать эти эмоции через другие сферы жизни. Это первое, над чем работает. А второе, это, конечно же, поддержка. И тут должна проводиться работа вместе с родителями. То есть на терапию один ребенок пойти не может. Нужны еще родители, потому что родители, по сути, сформировали эту сферу, ту обстановку, в которой ребенок получил почву для взращивания именно вот данного расстройства. У мене виникає запитання. Ви сказали, як сигарети, там ще різні штуки, від яких можна отримати залежність. Анорексія так само можна, типу, як залежність. Раз захворів, вилікувався, потім такий зірвався і знову. Чи... да, да. На самом деле анорексії это достаточно длительный путь работы над данной проблемой. То есть во время терапии есть определенные стадии. Есть стадии, например, когда возвращается данное, и это нормально. То есть когда действительно есть огромное желание опять сорваться в контроль жизни над едой. То есть и это тоже нормально, и вот этот вот главный ложное выздоровление это называется. А есть какие-то курсы, куда можно звернутися, если ты відчуваєш, ось-ось я зараз до побачення моя їжа? До побачення моєї їжі. Ну, тобто, знову зірвешся. Смотрите, на даний момент і в Києві, і в регіонах є достатньо багато і спеціалістів, і клінік, де як клінічні психологи, психіатри, так і врачи с другими квалификациями, потому что на самом деле эта работа комплексная, особенно если это тяжелые случаи, то один психолог с этим не справится. То есть там нужно еще и полностью обследование соматическое. То есть мы убираем как соматические причины, которые возникли у нас, мы убираем те последствия, которые случились с организмом. А психолог в это же время работает с самим клиентом. То есть обращаться есть где, Google помощь, на самом деле, если тоже есть вопросы по данному, то есть можно тоже обращаться, писать. То есть, ну. Тобто ви відкриті до комунікації? Конечно, конечно, конечно. А ось дивіться, момент того, що ми поговорили про культ їжі, про те, що можна повернутися, а ось хочеться поговорити про те, є бабусі, дідусі, мами, які їж, давай їж, худий. От я по собі це знаю. Вони от прям змушували в дитинстві їсти, а я, ну, просто от, ну, не хотіла. У мене був дуже такий щільний графік, я тут там, это, знаете, їсти, щоб жити. Вот така була функція. Чи може надмірна ось така увага батьків і рідних, що їж, 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 спричинити потім анорексію?
Что заменяет вот эти разговоры о еде? То есть для наших бабушек еда и через еду они нас любили. Это способ проявления любви в силу тех исторических событий, которые были в их время. Если мы говорим про вот эти разговоры о еде, они заменяют, ну, они становятся место разговоров о любви, о принятии, о чувствах. То есть во время выздоровления, во время лечения в целом, в семье должны полностью прекратиться разговоры о еде. На самом деле, потому что это больная тема, это триггер. В семье должны прекратиться разговоры о том, что ешь, ешь, ешь. О самой анорексии, то есть о всех вот этих триггерных штуках нужно просто перестать говорить. Это закрытая тема. И насиловать ребенка едой, это неправильно. Во-первых, это полностью в дальнейшем это сказывается на том, что ребенок не будет понимать, чего он хочет. Потому что когда ребенок ест, он наелся. Ну вот он съел полпорции вот этой каши, он наелся, но он больше не хочет. Когда ему говорят, нет, ешь, а он такой, ну вроде бы ж я наелся, я же не хочу, ну ладно, надо есть. И таким образом потихоньку формируется вот этот механизм, когда я даже не понимаю, чего я хочу, вот насколько я хочу этого, не хочу этого, надо. Але ж бувають дітки, знаєте, от є, ну там, насипали йому половник, я так кажуть, в родинах. Черпак. Супу. Так. Він починає його їсти і на дні ось так трішечки залишить. Ну не хоче все, зато потім цукерочка, ще якийсь смаколик, якась булочка. Тобто є куди їсти, куди їсти. Що в цьому випадку робити? Все ж таки змушувати, щоб доїдались, чи от як краще? В этом плані лучше договариваться с ребенком. Вообще, в целом, было бы намного меньше проблем, если бы мы смотрели на детей как на действительно взрослого, осознанного человека, который сам где-то понимает, что он хочет, но при этом контролировали его в средней степени. То есть мы не делали там гипоконтроль, но чтобы и не было гиперконтроля. То есть, ну не хочешь ты сегодня доесть, окей, ты не доедаешь, но зато конфетку ты съешь только одну. Вот. Если ты хочешь съесть 2, 3, 4 конфетки, давай, окей, ты доешь до конца вот этот суп. Да, это больше времени того, чего сейчас современным родителям, наверное, не хватает. Да. Нет, больше нервов у нас получается тогда, когда у нас происходит срыв, и когда у нас происходит РПП или анорексия. Вот тогда действительно больше нервов и больше стресса. Поэтому лучше до этого не доводить, и лучше изначально делать максимально здоровую атмосферу, в которой в дальнейшем ребенок может расти, понимать, чего он хочет, чего он не хочет, что он может это высказывать в семье и понимать, что его услышат, чтобы он не закрывался в свою ракушку и чтобы он не уходил в отрицание себя и в целом в вину за то, что он ест или не ест. А если, например, батьки знають, що дитина скаже, я не буду та не хочу, і ти підбираєш те, що дитина буде смакувати з ранечку або там на обід, але вона відмовляється від всього. Як правильно знайти підхід до того моменту? Когда ребенок уже начинает говорить «нет, нет, да, да», и начинаются либо истерики, либо прочее, это время упущено. Значит, где-то уже там неправильно было построен контакт с ребенком. То есть изначально нужно начинать договариваться, слышать ребенка, слушать ребенка и при этом высказывать свою позицию. То есть если действительно подходить к ребенку вот как к взрослому человеку, я же не могу подойти, например, к вам и сказать, что вот держите борщ, который, например, вы не любите, и доешьте его до конца, вы его абсолютно не хотите. Ну, как взрослый человек, я вас понимаю, пойму и не буду трогать в этом плане. То же самое происходит и с ребенком. То есть сегодня у нас есть суп. Но не хочешь ты есть суп, но другого нет. Ты либо будешь голодным, либо будешь кушать. Вот, в дальнейшем, то есть позвольте ребенку выбирать. Но на самом деле дети достаточно умны и сообразительны. То есть ничего страшного не будет, если он где-то один раз не доест этот суп, или если вдруг он его вообще не хочет. Вот. Но тут нужно все равно говорить не с позиции контроля и насилия, а с позиции договоренности,
І от тоді, ну, проблем в цьому плані не буде. Знаєте, тут є така ще теж думка, те, що кажуть, наприклад, я її притримуюся, а ти, по суті, їш, але розумій, що ти потім це, якби, там, ну, зайве якось протягом дня спалиш. Там. Угу. Багато ходити, якась активність, якщо, наприклад, я там розумію, що я сиджу вдома, це момент, коли ти нічим не зайнятий, і ти ходиш, топчеш. І, звісно, ти його потім нікуди не женеш. Можливо, є якась порада, формула, знаєте, от як зробити так, щоб ти і не думав про те, що у тебе там щось зайве. Mm-hmm. Тому що зараз і боді-позитив пішов в моду, і інста, ось ця історія нарешті руйнується. Можливо, ви дасте якусь таку от пораду, формулу, що зробити нашим телеглядачам, на чому закцентуватися, щоб не привести себе до цього стану? Якщо ми говоримо про здорову, дійсно, базу, то тут очень хорошо подходит интуитивное питание. Это, знаете, как самооценка. И здоровая самооценка – это полное отсутствие зацикленности на своей самооценке. Угу. Здоровое питание – это полное отсутствие зацикленности на том, сколько, как, где ты ешь и каким образом ты это потратишь. Потому что на самом деле вот эта мода на здоровое питание – это тоже есть не норма, потому что сейчас даже есть определенное определение того, когда человек слишком озабочен здоровым питанием. Вот. То есть тут нужно чувствовать себя и спрашивать у себя, чего я хочу, сколько я хочу, сколько не хочу. Нужно вот эти сферы жизни, нужно жить. Mm-hmm. Во время того, когда ты живешь, ты не задумываешься, сколько ты ешь, чего ты ешь и каким образом. Тебе вкусно, больше, чем нужно, ты не съешь, а все, что ты съел, ты потратишь, потому что у тебя активная жизнь. То есть на самом деле важно жить, и важно, чтобы этих сфер жизни было достаточно много и получать кайф от этой жизни. Вот тогда еда не будет проблемой, и вот тогда еда вообще не будет занимать такого веса, і не буде із-за цього веса виникати таких проблем. Слухайте, у мене, якщо чесно, просто неймовірно вам подяка за те, що ми це все проговорили. Бо дійсно, то правильне питання, то там давайте будемо їсти все, потім спалювати. В гармонії з собою розпочинаємо з себе. Да. Клас! Дякуємо вам вкотре за перегляд цього відео. Ми стараємося робити для вас якісний та корисний матеріал, і тому будемо вдячні, якщо будете залишатися нашими друзями. І також не забувайте ставити вподобайки, писати коментар і поширювати відео між своїми друзями. Yeah.